общем, короче, ребята, вот если кто-то говорит, да, что в Турции выживать трудно, короче, да, ничего подобного, короче. Здесь все вот несу, вот сейчас же весна, короче, вот смотрите, вот клубнику собрал, короче, вот смотрите, вот. Какая клубничка, вон она, в лесу прямо, короче. Вот. Яблочки, вот они, такие яблочки, смотрите. Ну и сумка, короче, всякие вот эти самые. Дикоросов, короче. Здесь жить можно, короче. Поэтому с апреля месяца вообще можно в лесу жить, короче. Так что денег вообще почти не надо. Крайняк, короче, вот одуванчики. Из одуванчика берет и, короче, делает варенье. Вот, салаты, на хлеб, короче говоря, любой подаст. Так что это все ерунда, мелочи жизни. Так что вот смотрит, сумка полная, куда я его дену? Вот, смотрит, куда я его дену? Вот лес большой, вот, блин. Собирает и собирает, еще земляники много сейчас. Грибы сейчас. Грибы-то особо-то я не люблю, короче говоря. Так что вот так. Бывший статский советник в отставке, дворянин в седьмом поколении, вот, живет в изгнании, вот, в Турции. Так что все нормально, никаких проблем нет. Приезжайте, Турция вас ждет, ребята. Всех вам благ, пока.